Семшов. Хусти. На правый фланг. Да, Хусти увидел и точный пас Дани. Дани. Ой-ой-ой-ой. Ну, но с мячом «Зенит» надо играть. Завалили Тимощука. Все-таки Маньин сделал свое дело. Нет, это Тимощук бьет и гол! Гол Анатолия Тимощука! На земле лежит Дани, а Тимощук великолепным ударом сходу. Леван не ожидал, не ожидал, не успел даже сгруппироваться. В ближний угол мяч влетел. Вы знаете, как будто пушечным был удар. А Маньин должен желтую карточку получить. Должен обязательно, не имеет права арбитр ему простить. Да, все-таки арбитр последовательный, желтая карточка. А и вот этот удар, смотрите, опытный Леман. Зеванул, но удар-то каков, а? Вот вам генерал обороны «Зенита» Анатолий Тимощук, а теперь сыграл как адмирал атаки. Великолепный гол, красивый. И самое главное, перед уходом в раздевалку на второй тайм. Конечно, это придаст настроение.